Здравствуйте, это прогноз погоды на телеканале ПС. В этот праздник огонь в глазах горит. Мы помним победу, вот что огонь говорит. Мы гордостью вечной свои заполняем сердца. Спасибо за это дедам, спасибо за это отцам. Итак, о погоде на 9 мая в Архангельской области. Котлас плюс 3, пасмурно, дождь, ветер умеренный. В Плесецке также пасмурно и температура воздуха плюс 2, возможен дождь. В Вельске плюс 9, дождливо и пасмурно. Ну и что же у нас в Архангельске? С утра плюс 2, сильный ветер, малооблачно, днем воздух прогреется до плюс 4, пасмурно и вечером облачно, и температура воздуха опустится до плюс 1. Вьется пыль под сапогами, лесами, полями, а вокруг бушует пламя, да пули свистят. С днем победы! До встречи на телеканале ПС!